Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс86 Play. Меня зовут Александр. Мы продолжаем призрака Цусимы. Тут, короче, предлагают сесть, понимаешь? Или сложить ли. А я не понял, где мы. Мне ж вроде надо было на гору, или нет? Вроде бы да. Но я что-то не понял. Так, окей, давай глядим, где мы. Мы вот здесь, нам сюда, да. А как я здесь-то оказался? Ну, окей, давай сложим. Я так понимаю, это откроет карту, правильно? Откроет карту. О безмятежности? Я серьезно, я вот этого не понимаю. Это что-то значит? Это тип... Блядь. И чистые небеса. Твердо стою на земле. Ну, скорее всего, твердо стою на земле. Ветер шепчет и ветер... Серьезно, я и не знаю. Я не понимаю пока, в чем прикол. Ну, давай твердость. Мы будем тверды, как скала. Если они об этом... Постель. Прохладно постель. Нам не надо прохладно. Колышет ветер. Но мы будем тверды, как скала, и... Чё написано? Полог? Полог над головой. Блях, не знаю даже. Ну, постель холодная мне не нравится. Не, давай тогда будем ветер. Я серьезно, я не знаю, что это значит. Во, и тверды, как камень. Давай это возьмем. Твердо стою на земле. Угу. Колышет ветер. Чё это значит, серьезно? На крепостной стене. Отлично получилось. Старик был прав. Мой дух спокоен и силен. Нужно сложить еще несколько стихотворений. Так, повязка спокойствия. Твердую стаю на земле, колышет ветер. Блин, это я понял. И чего? А, так это типа одежду, что ли, дают? Какие-то доспехи? Типа, если я выберу другой, там буду... Бляха, ну серьезно? Ой, я тогда не знаю, надо ли надо. Нам же туда вроде бы, да? Нам же туда? Нам туда, правильно? Так, Г. Г. Г же? Да, Г. Г. Что я хотел сказать-то? Я хотел что-то сказать, но я забыл. Так, а как туда добраться-то? Е? Что такое? Что это? Е. А, это стойка. Р. Ф. Ну, блядь, Ф-то у меня. Х, блин. Блин, потратил зря. А что будет, если я вот эту штуку... Да я не специально! Бля, сорян! Я хотел вон туда попасть. Все, моя лошадь меня... На это надо обижаться, да. Бля, прости. Прости, я не специально. Это дурацкие ножи. Я серьезно, я не хотел. Блять, вот это, конечно, плохо. Печально, что здесь нет наведения. Этих ножей. Он просто их кидает, куда ни попадет. Быстрее, Сора! Да, Сора, прости. Вот серьезно, блядь, без всякой этих. Я хотел сказать, что... Чё это? Давайте мы, короче, пойдем по сюжетке, а не будем вот ходить, короче, вот это все осматривать. Это ведь очень долго, и я что-то так посмотрел, что третью серию проходил, и в итоге по сюжету-то мы нифига не продвинулись. Вот. Если, как говорится, нам по пути будут встречаться какие-то вопросики, то тогда, наверное, да. Тогда мы, может, их и откроем, но не факт, потому что это реально очень долго. Куда это? И карта все равно здесь такая дурацкая. Тут, короче, кре... А, ну это та крепость. Это та крепость, окей, пока здесь ничего нет. Вот, а что-то еще хотел сказать, но уже не помню.
Чё это? Как реально слазить, а? Напишите в комментариях, можно ли здесь слазить? Я задолбался прыгать. Припасы какие-то на скале. Серьезно, Сора, прости, вот. Прям это, а здесь можно лошадь убить? Додзё-сенсей Исикава. Додзё? Додзё, да. А, лук дадут. А, что это за звук был? Сейчас, короче, будем тренироваться. Вот лук прям реально нужен. Я так понимаю, что с этими ульями что-то нужно будет сделать. Это прям серьезно, прям чувствую. Так, дадьё. Тут следы борьбы. Надо осмотреться. Кровь засохла. Драка была давно. Встань. Что-нибудь есть? Бля, у них такие домики классно выглядят, с одной стороны, но с другой, они же картонные. Как их ветром не сдувает? Кто-то был ранен и вынул стрелу. Ой, сейчас, секунду. Сделаю под ногу руку, ну, точнее, ногу под кресло. Кровавые следы. Жертва или нападавший? Может, сенсей у себя дома? А так ты видишь? Так, это следы? Я сейчас следов-то и не вижу. Повязка синего неба. Самурай встречает на сушу сверху. Ну, спасибо. Так, погоди, куда ведут... Ну, ноги-то сюда же ведут, правильно? Нет, вот они сюда ведут. Тихо, Сора. Так, спокойно, что-то лежит. Это заберем. Ручеек. Всякие майки у Наги. А, там типа не его дом был. Скромная обитель для самурая. Да куда больше-то? Цветочек с коммунижу. Чан для риса есть. А? Бля, бамбуки. Вон печка есть. Бамбук есть. Ну, не этот бамбук, этот я коммунизил. Колодец есть. Что еще надо? Видок шикарный есть. Так, ты живой там? Сенсей. Да ты на меня целишься. Что так орешь-то? Сенсей Исикава. Сын господина Сакая. Ты выжил у Камады. Вас там не хватало. По пути на меня напали разбойники. Думаете, они вернутся? Самурая невозможно застать врасплох. Симура был хороший человек. Жаль, что погиб. Он жив. Монголы взяли его в плен. Так есть надежда. Я хочу его спасти. Помогите мне. Не могу. Мой ученик пропал. Искусный стрелок. Я его найду. И мы вместе спасем господина Симуру. Тогда не отставай. История сенсея Исикавы. Хорошо. Хорошо. Погоди, дай кваскута испить. Кто еще уцелел после Камады? Никто не знает. Кто-то еще может сражаться. Наверное. Кроме нас? Пока не знаю. Так узнай поскорее. Вдвоем мы не сможем вызволить Симуру. Да я один всех перережу. И монгола. Я помогу вам с поисками. Я и без тебя отыщу Томоэ. Томоэ? Женщина?
Из какого клана? Из какого. Она простолюдинка. Но стреляет получше любого самурая. Даже тебя, Сакай. Да ладно, поспорим. Последний раз мы виделись лет 10 назад. Ты хотел у меня учиться. Вы помните? Я помню почти всех, кому отказал. Вместо меня вы взяли в ученицы эту Томоэ. Ты подавал надежды, а Томоэ истинный талант. Да меня просто еще не было, вы че? Монголы, убей их! А как? Да погоди, а как уворачиваться? Я забыл. Да ёбаный. Бля, серьезно, а как уворачиваться-то? Они как пьяные тануки. У Комода они сражались хорошо. Даже тануки справятся с тигром, пока тот спит. А, кью, блин. А как? Я реально все забыл. О чем так идем? Мы вышли на след Томоэ. Идем. А че я все забыл? Монголы взяли форт Накаяма. Давненько не запускал. Был оттуда. Это недалеко от источников. Следующим падет город. Ну сколько знаю, шив был. Засада. Осмотрись. Рис и пшено. Нетронутые? Значит, напали внезапно. У меня маска дурацкая, да, такая? Я, правда, не вижу. Хе-хе-хе-хе. Кровь. Но немного. Никто не погиб. Да ты какой проницательный-то, я смотрю. Японский колчан. Подарок моей лучшей ученице. Я опасаюсь худшего. Японский колчан. Томоэ не бросила бы этот колчан. Чё, в плен взяли? Похоже, за ней гнались. И схватили. Для чего? Чтобы допросить, пытать. Или хуже. Что теперь с господином Симурой? Страх — это оружие, Сакай. Лучше не давай его в руки монголам. Как думаете, куда увели Томоэ? Форт Накаяма. Форт недалеко. Ну пойдем. Блин, такой прикольный туманчик. Я должен был сражаться у Комоды. Все прям к лучшему. Мы и так потеряли слишком многих. Почему вы проиграли бой? Как-то камера сама, смотри, ведется. Ответ не верен. Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза, а на тело, разум и дух. О, смотри, мышку не трогаешь, камера сама начинает. Че это? Че за флаги? Постой, нужно поговорить. Ну давай, сейчас всех перережу. Что-то не так, сенсей? Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасное оружие. Разумеется, но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. Хм, с чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, и, может быть, одолжу. Тебе нужно испытать его перед боем. Так, короткий лук, средний урон и скорость натяжения. Когда-то Исикава принял этот лук в дар. Угу. Давай, как целиться? Целься в ближайший фонарь. Чем целиться? Левый контрол. Зажмите и отпустить, чтобы выстрелить. Ебать, какая чувствительность-то бешеная. Чем дальше цель, да тем ниже опускается стрела. Хорошо. Теперь тот, что дальше по дороге.
Тут чувствительность, блин, бешеная. Недурно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в сад. Так, погоди. Погоди, сенсей, погоди. Так, графика, экран. Мышь, клавиатура. Чувствительность. Причем? Прицеливание, вот. 50. Давай сделаем 35. Тут как бы капец какой-то. Ну так. Дальний. Ну, более-менее. Сосредоточься, Сакай. Я пытаюсь приноровиться. Не разочаровывай меня. Да иди ты! Буду умножать ваше разочарование. Не понял, так, блядь, высоко летит. Как ощущение? Он словно сделан для меня. Так, фигня все это. Не так. Будь добр его беречь. Хорошо. Идем. Хорошо, сенсей. Лук дали. Сколько патронов? Одна стрела? А можно стрелу забрать? А, это по воздуху. Такой лук пригодился бы у комоды. Это хорошо. Ну-ка. На победу приносят воин. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Вперед, назад, вперед. Блин, как там было-то? Вперед, назад, удар. Вперед, назад, удар, вперед. Вперед, назад, удар. Не, не помню. Вперед, назад, удар, вперед. Вперед, вперед, назад, удар. Вперед, назад, удар. А и ладно, короче, не столь важно. Важно, конечно, научиться бы, но, блин, я не видел особо комбо, Форт поэтому... Нагаяма. Надеюсь, ваша ученица там. Сейчас мы его быстренько... Вот теперь лучников-то бы носить, а? Одно удовольствие. Оттуда будет лучше видно их укрепление. Откуда оттуда? Ага. Да я бы зашел в открытую всех перерезал. Тут без бинокля все равно не обойтись. Место. Без бинокля не обойтись. Я проберусь туда и открою ворота. Мы нападем. Ты и всегда рвешься в бой, да, только не подвязав Хакаму. Что да, же тогда слышь? Делать? Терпение, Сагай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем, Тамой остается в руках врага. Она может за себя постоять. Ее как следует осмотреть. Чем тут можно воспользоваться? Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Да они, походу, от этого не сдохнут. Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Это ж порох. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И че? Начнется пожар. У них много лучников. Они хороши, но мы да, лучше. Херня. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Тамоя. Хорошо. Ждем момент. Давай, ждем. Ждем-с до первой звезды. Без бинокля все равно открывают нет. Ворота. Жди моего сигнала. А они сюда пойдут? Ух, хорошо. Давай, ах, пускай отправляются к предкам. Ах ты ж сучёрый. Да ты какой дерзкий-то.
Чего, не достало? Не дурно, Сагай. Внутри будут еще. Разберемся. Надо найти Томоэ. Я это, сорян, ну бляха, я не хотел стрелять. Честное слово, он просто так получилось. Я же понимаю, что я неправильно сделал. Ну я хотя бы признаю. Я не знаю, почему так случилось, но короче. А чё стрел-то? Полный, да? Все. Лечимся. Ой! Да как, блин, уклоняться-то я забыл? Бля, серьезно? Блях, погоди, что за фигня? Как я мог все забыть? Да где дурацкая мышка? Я серьезно? Клавиатура R. Так, бег, ходьба, взаимодействие, прицелиться, сосредоточиться, конь. Быстрая атака. Так. Рывок, уклонение, левый контрол. А я нажимал левый контрол. А где контратака? Так, погоди, не понял. А чё на Q-то? Блок. Так он на контрол-то теперь. Блять, вообще альф. Там альф был, да? Давай, чувак. Сука. Бляха, жестко я, конечно, все парю сегодня, что-то не знаю. Возможно, не мой день. Оу! Что у тебя, блядь? Да, ты откуда, мразь? Да ты, блядь, какая, а? Находи! Тварина, блядь, повсюду. Иди отсюда, ва! Откуда вы это, блядь? Да откуда он стреляет? Ничего не понял. Чё за баг-то? Его же здесь нету. Ты с окошка стреляешь? Не понял, где здесь заход? Бля, это баг. Его здесь нет. Он шьет через дом? Чего, блядь? Откуда ты здесь взялся? Хрен, блядь! Моржовый! Блядь, беспредельщики, а?
Что это? Стрелы. Короче, стрелы не бесконечные, но их можно взять. Как погода-то быстро поменялась? То солнце, то ночь, то день. Сейчас, погоди, все обшмонаем. Что такое? Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Думаю, вот, козлы. Не... Постой. Это ее амулет. Она где-то здесь. Давай искать. Я там был. Вот здесь не был. Здравствуйте. Что это? Ну, он, скорее всего, вон там. А, нам даже метка показывается. Это японские стрелы. Они принадлежат Томое. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога. И брать перья орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет монголов столь искусных с японским оружием. Ха. Выходит, ей позволили взять лук. Я здесь был. Там никого не было. Они еще японскому обучаются. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука. Бот! Сучка. Не надо было этого делать. Лучше умереть, все. Тут она ела! Какие-то колбаски, сосиски, тыква. Здесь чьи-то покои. Женское кимоно. Это кимоно-то мое. Монголы ее отпустили. Почему? Нет. Слышишь? Выживший. Ну, говори. Где ты, дурачок? Мне холодно. Откуда ты взялся? Мы ищем одну женщину, лучницу. Монголы посадили ее в клетку вместе с нами, но потом выпустили, дали ей лук и доспех. А она убила мою жену и остальных. Мы нашли их тела. Она показала врагам свое искусство и переметнулась к ним. Не оставляйте меня. Пожалуйста. Мне так больно. Нет. Я видел достаточно. Так идем. Нельзя делать. А как же, он же просил не оставлять. Надо было ее убить, сенсей. Томоэ завоевала свободу. Она теперь с монголами. Не понимаю, почему? Скажите. Я слишком на нее давил. В каком смысле? Что за тайна? Сенсей! Я требую ответа. Она на меня напала. Не разбойники. Томоэ. Почему? Ей не понять, что значит быть самураем. Это вы толкнули ее к монголам. Не суди меня. А вы мне не лгите. Нельзя позволить Томоэ обучить врага моему пути лука. Мы ее остановим. Твое оружие ни к чему, я сам. Нет, я вам нужен. Победу приносят воины. А куда маска девалась? Не оружие. Симура хорошо тебя воспитал. За Томоэ пойдем вместе, но слушайся меня.
И после этого вы поможете мне спасти дядю. Даю тебе слово, Сакай. Чтобы выследить Томоэ, нужно подготовиться. Окей. Как будешь готов, приходи в додзё. Мы не спасем дядю в одиночку. Нужны союзники, которые нам помогут. Найди госпожу Масаку Адати. Не знаю, жива ли она, но на острове мало воинов лучше нее. То есть, короче, мы должны собрать целую армию. Ну прости, я ж тебе сказал, чё ты, ну нечаянно. Вот. Завершилось. Каждому, короче, помогаем, он приходит к нам. И мы идем и надираем жопу монгола. Все понятно. Получено очко навычков. Я пока не буду, наверное, прокачивать, и потом лучше посмотрим в следующий раз. Идем сейчас по сюжету. Дневник обновлен, обновлена история 3. Окей. Эй, блин, забыл, что здесь таб. Так, окей. Здесь какие-нибудь вышки есть? Доджущийся еще все? Костер не то. Ферма нет. Да нет. Блин, я забываю, что здесь наоборот. А, ну здесь ближе, короче. Ой, бляха. А еще... Погоди, вот это же главное было. А почему она сейчас не горит? Угу. Или оно и грело, не помню. Если честно. Так, ну окей, у нас есть быстрое перемещение по... Да бляха, где эта мышка? Быстрое перемещение. Быстренько скачем. Значит, смотри, снова тапчик. И тапчик. Ебать-пятая. Так, куда ты дуешь? В смысле, туда? Ага, ясно. Бля, можно стрелочкой. Ну! Давай, Сора! Давай, Сора! Лай-лай-лай! Лай-лай-лай! На горе? Так, а я ж тут был. Поместье Адати. Или не был? Спокойно. Да, спокойно, спокойно, спокойно. Да спокойно, успокойся. Все хорошо. Все хорошо. Чисто. Поместье клана Адати. Госпожа Масаку, наверное, здесь. Не факт. Госпожа. Че там? Че пришел? А, блин, почему не М, а? Так, что тут было, что тут было? Сейчас, секундочку, тут что такое? А, это завершено. Это тоже завершено. И это завершено. Окей, эти маленькие точечки, их фиг увидишь. А что вот это-то такое? Вот это что такое? Золотой храм. И что там? Пиздюлям? Госпожа Масаку! Воины клана Адати! Есть кто живой? Госпожа Масаку, это Дзин Сакай. Это Дзин Сакай. Кто-то вломился внутрь. Кто за этим стоит? Да бляха, у них тут хрен поймешь. Накината. Такие носят женщины клана Адати. Они защищали семью. Они, короче, спят на этих ковриках. Они пытались спастись. Передавали детей через окно. Че там мигает? Или это бук? Глюк? Все разграблено, но следов борьбы нет. А? Короче, собираем, пока не знаю. Возможно, что-то будем создавать, когда... Скорее всего, оружие. Ура! Мандати, отдати. А, фигушки. Окошко. Ой, 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 ой! Бля, ты чё меня напугал-то? Ё...
Вы чё пугаете-то так? Ты чё? Сюда подошли? Сюда подошел? Еще живой гад. Ай, блядь. Оглушил, оглушил. И удар. Не монголы и не разбойники. А кто? Нужно узнать, что здесь произошло. Бля, вот он меня реально напугал, я обосрался. Выжившие могли ускакать на лошадях. Проверю конюшню. Да ж надо так пугать, блядь. А где здесь конюшня? Ага, ясно. А чё, как они тут сидели, ты слышишь? Что это? Качели, они тут тупо гасились возле костерка. А, нет, тут еще есть. Ох уж эти монголы, не монголы. Он реально меня напугал, понимаешь? Козёл, блин. Следы сражения. Так тут... Так я ж тут сражался, ты чё? Точнее мы. Чё-то горит. Блин, чё мигает? Цветочки? Точно, бляха, смотри-ка. Так, значит, здесь тоже цветочек, да? Или нет? В этой игре, знаете, что заметил? Ничего нет. Как-то он все-таки странно управляется и бежит. Вот не знаю почему. Именно вот на клавиатуре. И также скачет лошадь. Вот. Вот серьезно. Я не знаю, с чем это связано. Ну, как-то то ли не доработали, то ли что. Че? Да куда? Пустая конюшня. Кто-то забрал лошадей. Кровь высохла. Вот смотри, shift нажимаешь, и он как-то не так бежит. Ну, не так. Стоишь? Молодец. Следы копыт. Кто-то ускакал прочь. Остались следы. Там кто-то ноет. Воет. Дай! Сюк! И? Вот серьезно, ну не еле-еле видно. Всадника преследовали. Ни хера не видно, темно. Так, окей, так видно. Так видно, так видно. Так не видно, так видно. Опа. Что это? Грибы свечущие? Так, я потерял следы. Алло! Ну, кусты же. И куда? Я ничего не вижу. За ним гнались лучники. Всадник был умелым. Знал, как не дать им прицелиться. Так, следы вы еще здесь? Цветы пропустил, да? Следы пропустил. Мертвая лошадь. Это лошадь клана Адати. Мертва много дней. Бляха! Госпожа Масаку, это хватит меня пугать сегодня. Расслабиться не дают. Хера себе, блин. Дзин Сакай. Да. Говорили, ни один самурай не выжил у комоды. Да, пиздёшь всё это. А мой муж? Нет, если того, кого подожгли, потом голову отрубили. Господин Адати защищал наш общий дом и храбро погиб. Наш дом.
Зачем ты пришел? Хан Монголов схватил господина Симуру. Вместе с вашим кланом мы сможем спасти его и отомстить врагу. Клана Адати больше нет. Сородичи предали нас и убили. Изменники. Почему они напали на тех, кто их защищает? Это я и хочу выяснить. Я пойду с вами. Нет. У тебя есть свои заботы, они важнее моих. Я не брошу в беде семью самурая. Я знаю, каково это – остаться последним в клане. Я не могу взять на душу твою гибель. Не придется. Тогда едем. Тогда едем. А мы по главной-то сегодня будем играть? Нет, все равно не будем. История госпожи Масака. Окей, ладно, будем смотреть истории. Трудные истории. Ну, а что поделать? Для цветочек. Не, дерево. А ты берешь? Ой, отлично. Сейчас я это... Кабаны где-то хрюкают. А вон цветочек. Я с кем-то сражался в вашем доме. Это были они. Да секунду, на цветочек. За них, знаете, дерут. Той ночью, когда мой муж и сыновья отправились на битву с монголами, эй, в наш дом пришли убийцы. Моя сестра забрала детей и побежала. А я и жены моих сыновей остались, чтобы сражаться. Вообще нас было слишком мало. А потом не осталось никого, кроме меня. Тоже было со мной, у комоды. Но на этом все не закончилось. Лошадь сама скачет, она сама наводится, камера. Может, там есть какое-то автоприцеливание. Типа на персонажа, не знаю. Так, цветочек? Не, бамбук. Да иди ты слева! Ты смотри, а! Автоматом направо идет и все. Да иду я, иду. Я похоронила их здесь. Вместе с остальными. Печально. Что могу сказать? Я пыталась их спасти, но убийцы поймали их по дороге. Всех за... А, в смысле? Ёлки-палки. Мою сестру. Внуков. Даже малютку Нацу. Жесть. Ей 2 недель не было. Жесть. Я смогла лишь похоронить ее вместе с матерью. Этого не должно было случиться. Мою сестру следовало похоронить с мужем. На севере. По крайней мере, она со своей семьей. Идем. Мы поедем к золотому храму. И всех перережем. Быстрее, Сора! Вы пережили все это одна. О, я не одна. Убийцы еще живы. Они ответят за содеянное. Пока они живы, каждое мгновение бесчестье для меня. Вы не должны себя винить. Может быть, но мой долг наказать их за все. Блять, там что-то было. Быстро, когда скачешь. Конечно, я согласен, надо их перерезать. Но опять-таки это ничего не поможет. Заставить страдать, это да. Или отрубить руки и ноги и заставить жить, вот это да. Тебе придется пойти без меня. Найди монаха по имени Соган. Расскажи ему, что стало с кланом Адати. Что вы такое задумали? Помоги безутешной вдове. Когда поговоришь с Соганом, иди к Броннику. Она кое-что для меня чинит. К Броннику? Возьми это себе. Так и сделаю.
Спасибо. Буду ждать тебя с другой стороны храма. Хорошо. Они злобные? Так, давненько карту не смотрели. Так, вот это что такое? Завершено. Вот это что такое? Поместье отдать, ясно. Вот это что такое? Зов родного дома. Ну это получается тоже миссии, просто они неактивные, да? Окей. Ну так-то миссий много. Или это дополнительные миссии? Господин Сакай, золотой это храм. Честь для меня. Ты здесь главный. Я бы назвал себя слугой, мой господин. Мое имя Дюнсин. В этом храме я устроил приют для обездоленных. Оповещу людей. Если сюда добраться нельзя, вокруг Ариака есть лагеря. Я отдаю туда всю пищу, какую могу. Это хорошо. Я ищу одного из твоих братьев-монахов. Его зовут Соган. Он сейчас подметает в храме. Спасибо, Дзюньсин. Ты делаешь доброе дело. Давай, Дзюньсин. А это точно был самурай? По-моему, похож. Господин! У меня есть новые товары. Гонзеро, да? Ты служил господину Нагао. Хороший был человек. Мне очень жаль. Я польщен, что вы помните простого слугу, господин Сакай. Здесь многие обязаны вам жизнью. Боюсь, битва за наш дом только начинается. Вот почему мы хотим помочь. Люди отдают, что могут, и... Прошу вас, примите это. Спасибо, Гонзеро. Тебе и всем, кто пожертвовал. Мы будем и дальше помогать вам. И мы, чего вот это и другие мигает? Люди, до которых дойдет ваша слава. Да хранят вас боги. Доступен новый дар. И чё? Ну, доступен. Как его? Куда? Коллекция? Это типа снаряжение, дневник? Что это? Оно бы хоть бы как-то восклицательным знаком горело или чего? Непонятно ведь. Тут ничего не доступно. Коллекции. Ай, короче, ладно. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну вот серьезно, открываешь штаб для того, чтобы тебе показали, что тебе дали. Это, понимаешь, это прям... Нужно. Это удобно. Повязок, бляха, дохерища. Мышка, конечно, вообще просто. Ну, не знаю, короче. Здесь куча всего, куча лора просто. Понятно, что надо поговорить. Господин, вы живы? Я да. Нога распухла. Господин, монголы захватили мост на дороге к источникам Хиёси. По этому мосту часто ездят путники. На них легко будет напасть. Я попробую разобраться. Спасибо вам. Вот это я понимаю, да. Вот это я понимаю. А где? Это вот это вот? Перевал, судя по всему, да. Это типа, я так понимаю... Ой, блядь. Неудобно, короче, карты вот чё-чё. По-моему, вот это была сюда главная миссия.
хотя мой. Ай, бляха, ошибаюсь. Все себе снес. Все себе сегодня снес. Все снес. Так, а что по времени-то? Блях, по времени заканчивать надо. Так, где, куда я вообще пошел? Тут кузнец опять. А, погоди. Ты должен мне по миссии, окей. Катану заточить, это хорошо. Да, я жив. Так, монах. Ты Соган? Да. Я Сакай. Вы самурай? Нет, живой? Блин. У меня послание от госпожи Масаку. На клан Адати напали. Выжила только она. Монголы. Предатели. Наши сородичи. Это чудовищно. Ты не видел здесь никого подозрительного? Вооруженных людей? Я никого не видел. Обычно у меня много дел. Передайте госпоже Масака, что она может укрыться здесь. Не нужна и твое укрытие. Благодарю тебя. Не за что. О чем говорили? Что вы тут делаете? Мне нужен бронник. Господин. Бронник вон он. А на него ветер... Блин. Да, постой тут пока. Бронник вот здесь. Буду рад заточить вам меч, господин. Так, у него что-то есть. А, как складно. Давай, точи. Быстро. Катана клана Сакай. Да. Великолепная работа. Да, ты согласен. Ты по виду сумел узнать. Для меня нет одинаковых мечей. Различить их не сложнее, чем владельцев. Господин Сакай, принесите мне материалы, и я сделаю этот прекрасный меч еще лучше. Так, катана Сакай... Улучшение. Так, цена. Железо. А что он делает? Урон. Быстрее убивает урон, окей. Сбалансированный, острый и опасный. А дальше? Прошу прощения, но этого не хватит для работы, господин. Ну ты ж какой! Не хватит ему. Скорость, скрытность. Давай. Ваш меч готов. Ясно. Прощай. Так, а что, не тот броник, что ли? Ваш меч защитит нас всех. Согласен, да. Насчет вас не уверен, а вот меня, да. Так, еще один. Че, кого? Шляпа? Господин Сакай, вы видели птиц? Каких птиц ты ищешь? Золотых. Тех, чьи песни напоминают о мирных временах. А, моя мать их любила. Говорила, что эти птицы знают наш остров лучше всех. Охотно верю, господин. Будь я смелее, я пошел бы следом за такой птицей. Посмотрел бы, куда она меня приведет. Пожалуй, я так и сделаю. Но ты и правда с этим погоди. Не рискуй напрасно. Хорошо, господин Сакай. Благодарю вас. Как же здесь много всего. Прям очень много. Некогда призраки уберегли Цусиму от... Войти в режим легенды опять. Что это за легенда? Послушай же, какие невзгоды они преодолели. Нет, пока не буду. Я работаю с любыми доспехами. Да? Ты, короче, доспехи улучшаешь, окей. Вот мы и нашли. А я думал, это все я сам могу. Меня прислала госпожа Масаку. Сказала, я могу забрать то, что ты сейчас чинишь. Доспехи. Такую хорошую работу нынче редко встретишь. Сейчас принесу. Короче, барахло собираешь? Я думаю, уже много собрал барахла, коса мало. Так, доспехи самурая. Прочные, надежные доспехи. Раньше они принадлежали сыну госпожи Масаку. Доспехи прекрасно сели, господин. Они превосходны. И хорошо вам послужат. Но если в них что-то вам не по вкусу, можно и подправить. Хорошо. Нужны будут только материалы. Спасибо. Опять мать. Ну. Так.
Так, включите раскладку доспехов, в смысле, это как? В меню игровых. Чтобы привязать к доспехам. Ничего, блядь. Блядь. Короче, я пока не знаю, как это. К доспехам привязать. Погоди, а какие у меня амулеты-то были? Средние. Типа, который я одевал, что ли? Ну-ка. А что я одевал-то? Я ничего не одевал. Что это такое? Так, покупать седло тоже можно. Чё я хотел-то? Посмотреть, а этот? Запас здоровья большой, понимаешь? А это средний. Где какой? Нет, не этот, вот этот. Средний, средний. Урона. Ну, такой себе. При получении урона нападающий. F просмотреть улучшение. Большой, средний. Так, окей. А если я вот этот одену? А его нельзя улучшить? Это почему это? Ваша безопасность – моя забота. Чё-то прям непонятно. А, то есть это либо тот, либо тот. Блин, ну давай побегаем. Это вас защитит. Угу. А... Да, для такой да, работы понимаю. Нужно больше. Тут, походу, маску надо снимать. А, так они нифига, они какие другие стали. Прикольно. Так, погоди, все тогда. Что-то я тут... А маска что-нибудь её защищает, нет? Так, герой Цусима использует эту маску достойно... Хотя... Пофиг, пускай будет, чего и нет. Зато моего лица не видят. Но она не сочетается, если честно. Никак. Вот. Это если без доспехов, тогда да. Ай, блядь. А какой был? В смысле, а где поездка-то? А, вот она. Все, ладненько. Оставим так. Типа того всего, кого чего. Да, это честь. И давайте, собственно, на этом закончим. Бляха, серьезно, вот всего много. Прям вообще много. Надо разбираться еще. Какие-то отключить там в настройках чего-то доспехи. Ой, чтоб чего-то там было. Вот, ну, как бы идем потихоньку, разбираемся. Не знаю, много всего, много, прям много. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик. Всем пока.